на этой неделе праздник такой, День Учителя, знаете? Ну, большой букет с розами там. Mm-hmm. Благодарю учительницу. Поздравлять учителя. Конечно, надо поздравлять. Так, конечно. Просто прийти в класс и все. А у вас праздник в этот день? Нет. Нет? Mm-hmm. А как вы думаете, вообще учителя в профессии, она нужная? Нужная. Да? Нужная. Если нас, например, Татьяна Юрьевна заменит строгий учитель, это еще будет хуже, потому что он будет очень строго сразу говорить, а Татьяна Юрьевна сразу строго не говорит, она спокойно говорит. Я хочу пожелать всем учителям всего хорошего. У них были хорошие ученики, слушались ее и не баловались. Чтобы она не болела всегда, чтобы всегда были хорошие у нее детки. И она была богатая. А вы будете хорошо себя вести в этот день? Угу. Да? Обещаете? Да. Точно-точно? Точно. Не будете хулиганить? Угу. На этой же неделе у нас День Учителя. Да. Знаете? Что знаете о празднике? Ну, то, что надо дарить цветы, то, что вот День Учителя, это то, вот учитель наш работает, День Учителя, это для них праздник. Угу. А для вас это праздник? Нет, потому что мы еще пока не... Мы просто должны дарить подарки нашему учителю. Или там цветы, или какой-нибудь шоколад. Но еще это праздник благодарности. А как вы думаете, ребята, Артем, например, тяжелая профессия учителя? Ну, да. Да. Вот, например, первые классы некоторые читать у нас не умеют. Это очень трудно учителю. Татьяна Юрьевна, мне же тяжело, пока они не читают. И ей приходится повышать голос. От этого ее может заболеть там или немножечко охрипнуть, так можно, или вообще можно потерять голос, если она будет каждый раз кричать. Она добрая. Да, она добрая, хорошая, она умная, она нас учит крючочки, палочки хорошо писать. Вот у нее недавно день рождения было. Да. Столько ей цветов дарили. Да. И на 1 сентября у нее все цветами было забито. Да, забито. Весь класс почти. Я желаю, чтобы все учителя, которые уже долго всех учат, чтобы у них все так же хорошо продолжалось, чтобы все слушались, чтобы все было у них хорошо. А вот я желаю, чтобы у нашей Татьяны Юрьевны, также и у всех учителей было здоровье, желание, и вот чтобы ее дети все слушались. На этой неделе День Учителя, знаете? Да. Да? Был уже День Воспитателя. Там надо учителям дарить подарки, что-нибудь нарисовать, если это маленький. Я думаю, можно конфеты и цветы. Говорить всем людям. Подаришь коробку конфет, они тебе скажут спасибо и... Можно вообще не учиться. Вот вы бы сами хотели стать учителями? Нет. Почему? Певицей хочу. И что делать, если тебя ребенок не слушает? Выгонять за дверь. Да. Расскажите про своего вот учителя. Какой он? Когда я первый раз пришла, мне она показала ей страны. Я поздравляю. Татьяна Юрьевна. Я хочу, чтобы она никогда не болела. Чтобы у нее не было таких странных детей, которые орут. Чтобы пятерки все дети получали. Каждый новенький ребенок.